В парке Горького отметят Рождество. Народные гуляния начнутся уже завтра, 6 января. В этом году организаторы мероприятия хотят сделать особенный акцент на традициях и обрядах. Воссоздавать их будут специально приглашенные фольклорные коллективы. А харьковчанам предлагают приходить в народных убранствах, вспоминать колядки и принимать участие в праздничном гулянии. Рождество – это один из самых волшебных, самых чудесных праздников вот нашего календаря. И поэтому всю программу мы планировали сделать, собственно, такой волшебной, веселой, яркой, чтобы дети, которые придут к нам сюда в парк, могли получить максимум удовольствия и поверить в чудо. Вечер перед Рождеством разнообразят мастер-классами, выступлением народного хора имени Бедака и ансамбля народных инструментов 3+2. Театр «Дети будущего» презентует спектакль «Вечера на хуторе». Продолжат гуляния и в Рождество. 7 января на главной сцене парка выступят коллективы и артисты творческих студий. Участникам мастер-классов предложат сделать символ праздника – куклу-мотанку. Самые маленькие гости получат вкусные призы за участие в конкурсах, а для молодежи организуют тематическую дискотеку.